Я это поняла спустя только лишь 3 недели. Лучше бы я этого не делала. Я уже очень давно хотела купить себе средства для самообороны. Вот эта куртка, смотрите, тоже по акции. Вообще супер цена за 1300. Всем большой приветик. Мы сейчас с Олесей поедем по магазинам. Оказывается, вся обувь стала ей мала. И куртки тоже. Руки выросли, ноги выросли. Поэтому нужно сегодня ехать покупать что-то весеннее. Я вообще думаю, что нужно покупать уже кроссовки. Куртку обязательно нужно будет купить. И мне безумно понравилась, кстати, вот эта вот помада. Вот Фаберлик на губах у меня сейчас. Она не оставляет отпечатков. Да. И очень комфортная на губах. Мне безумно она понравилась. Причем она такая яркая, матовая. Так что мы сейчас собираемся и выезжаем. И вместе походим по магазинам. Олеся говорит, что ненавидит ходить по магазинам. Я тоже не особо люблю, но нужно. Я люблю ходить по магазинам, когда много денег, а не так. Где его взяла? Это наш, ты чё? Слушай, для самообороны хорошо. Кстати, я вам покажу, что я купила для самообороны попозже. Короче, мы идем, и знаете, вот реально тошнит. Просто посмотрите, снег тает и просто минное поле. Меня даже Сёмка, не то чтобы тошнит, а у меня... Господи, я даже говорить не могу, это просто кошмар какой-то. Я просто в шоке, насколько у нас все загажено. Фу, вот просто идешь и как бы не вляпаться. Это жесть. Брать не будет, оно так и будет. Ужас. Я так рада, машина завелась. Я 3 месяца не ездила, и где-то месяц назад мы снимали аккумулятор и его подзарядили. Как хорошо, что она завелась, и как хорошо, что этот лед растаял, теперь можно выехать. Фу, что-то мне прям даже жарко. Теперь все, я буду ездить на машине, наконец-таки. Ура-ура. У нас около дома открыли новый магазин, вот мы сейчас сюда и приехали. Но потом мы поедем в Happy Mall все равно, я хочу посмотреть, какие здесь цены. Кстати, колеса вроде бы не сдулись, я сейчас проверяла. Я так давно не ездила вообще. Вроде все отлично. Вот такой здесь открыли. Вроде бы его открыли. Ну да. Сейчас посмотрим, что там внутри. Как такое огромное магазинище. Вот. Эко-но-маркет называется. Ты что, без шапки-то? А мне кажется, в Happy Mall что-то есть на подобный эко-но-маркет. Что-то на втором этаже, мне кажется. Дай. Лех, нифига себе, сколько тут обуви. Обалдеть просто, сколько здесь всего. Конечно, тут все китайское. Но, знаете, там обувь покупать на один сезон можно и здесь. Сколько тут рюкзаков. Йоу, 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 йоу. Обалдеть, какой огромнейший магаз. Уже по музыке можно сразу понять, кто хозяин этого магазина. И вот это в тренде у детей, эти хаги-ваги. Господи, сколько это стоит, чудо чудесное. Миси, Миси, а это хаги-ваги. У них мое. 2000? Ужас какой. А, кстати, вот и акул здесь полно. Кто там переживал, что их... Я видела, их по 500 000 продавали на Авито. С ума сошли люди. Господи, вот это вот, я вообще чуть не понимаю этого. В чем прикол? Да я знаю. Тут, кстати, всего продают полно. И всякие... А вон мелкие еще, Олесь, смотри, мелкие есть. Поменьше. Смотри. Да, да, сколько стоит? Смотри цену сразу. А где? Ну там должно быть. 690. Господи, 690 вот за это чудо. А это как зовут? Как? Да. Сейчас надо носочки красивые купить еще. Так, тут всякие резиночки, заколки. Да. Уж. Тут, по-моему, в этом магазине есть абсолютно все. Расчески всякие разные. Если бы я знала, я бы тут купила себе пилочку и ножницы.
Что, ты хочешь синюю? У него еще руки. Даже мыло. За музыку могут забанить, потому что она на заднем фоне. Сколько здесь лалафанов этих, Как их, лалафаны или как их зовут? Лалафанфан. Обалдеть просто. У тебя вот такой, что ли, да? Типа, вот такой у тебя. Только сколько он стоит? Тут 1160? Тут даже есть этот. Из этого. Из игры в кальмары. Да, да, игра в кальмары. Тут, по-моему, все что угодно. Да, достань. Я хочу. Сколько акула стоит? 1200, наверное. О! Лови. Не, ходивать теперь лучше. Сколько? А может поменьше вот эту акулу? А сколько тут, правда? Он стоит 1190. Так, ладно, нам надо идти смотреть вообще, что нужное. Олесь, ты забыла, что у мамы сейчас денег особо нету? Поэтому эти игрушки я тебе подарю на какой-нибудь праздник. Тут их просто огромное количество. О, обалдеть, конечно. Ну, еще магазин новый, наверное, мало кто знает, что здесь открыли такой. А потом их не будет вообще. Все. А вон, смотри, сколько чудиков всяких этих. Из игр разных, из фильмов. Сиреноголовый. Кто это такие? А это печенька-статуя. Блин, как мне жарко вообще. Надо раздеваться, похоже, куртку снять. Я вся мокрая сейчас буду. Это Стич. А это Амогус. Сейчас будет бесплатная реклама магазина Эконом Маркет. Амогус. Это под шею, типа? Вот, смотри, смотри. Мягкая игрушка. Ой, ё-моё. Это под шею мне как раз подойдет такой. На, держи. И сколько он стоит? Ой, медведей. Сколько? 690. Кстати, можно еще потом все равно в Happy Mall поедем и заедем в Rich Family еще. Теперь у меня вообще очень ограниченный бюджет. Ты забыла? Да что он неровный какой? Я чувствую, мы сейчас вот зависнем часа на 3. Потому что здесь столько всего. Картины классные тоже. Масса куча всяких разных. Ну и как там? А цена там какая? 290? 230? Ой, игры в кальмары. Угу. Как его там? Угу. Тут какие хочешь всякие разные. Это, и такие, и сякие. Это как он вообще не кубичный? Тут треугольник какой-то нет. Да. Нет, надо подумать, что нужного нам надо. Полезное. Хаги-ваги. Вот, конечно, хаги-ваги. Это то прям супер нужная вещь. Да-да-да, груша боксерская. У нас были гантели. Куда-то железные. Куда-то они пропали. Мне кажется, я их что-то куда-то посеяла. Из какого-то мультика, тигр. Так. Да, тут можно зависнуть на целый день. Тут всего, всего-всего полно. Но сюда нужно приходить как раз и выбирать подарки. Отличное место. Да, точно. Кстати, сумку надо было тебе все-таки розовую надеть к этой куртке, а не эту. Да. Пойдем посмотрим, может, тут есть какие-нибудь прикольные сумочки. Ну, померяй. Хорошо. А что, ты черный хочешь? Да. Ну, Алёш, хватит. Давай, меряй. У нас есть еще магнит рядом тут, и там тоже наподобие магазина Эконом Маркет есть, типа такого. Обалдеть, короче, у Олеси оказывается уже 36 размер. Вся обувь мало стала. Сейчас на второй этаж, на втором этаже, наверное, шмотки продают, одежду всякую, куртки там. Но тоже на один сезон, потом уже будут другие нужны. Я думаю, нормальная цена. Здесь кроссовки почти все до 1300. Нормально. Да. А может, тут платье посмотреть себе? Так. Так, так, так. Обалдеть. Не, я хочу себе платье какое-нибудь посмотреть, Олесь. Ты можешь посмотреть. Зачем тебе панамка для младенцев? Она тебе маленькая. Куртку иди смотри. Да где она? Сейчас надо найти.
А, во, смотри. Тут уже и летних полно сарафанов. Но тут все это на миниатюрных девушек. О, а тут есть, кстати, можешь мне купить джинсовый сарафан? Смотри-ка, вау. Прикольно. Назад в будущее. Это комбез такой. Как жарко уже. Надо было вещи оставить в машине. Чуть не догадалась. Уже хочется сбросить лишнюю одежду и ходить налегке, без шапок, без всяких этих тяжестей. Фух, хорошо я теплые колготки не надела, я бы тут зажарилась. Сейчас вот такие рубашки в моде, типа того, 2260. Я померю, приду. Я без тебя сюда приду завтра и буду тут все мерить. Потому что с Олесей нереально ходить. Она не любит магазин, а я люблю много брать и мерить. Зависаешь на 3 часа. Да больше. Да. Тут я сюда приеду завтра и буду тут ходить и мерить все, что мне интересно. Нам еще надо в Happy Mall, потому что сегодня... А вот смотрелись. Вот. Короткая такая. Да, я хочу короткую. Там, мне кажется, даже больше выбора было. Да, в основном 2500 куртки. Повернись. Где зеркало? Капюшон надень. Да, что-то как-то странно. То, что резинка, наверное, внизу не очень, а как наверх тебе собирается. Иди посмотри. Мы приехали сейчас в детский мир, в Happy Mall. Здесь бывают классные акции. Я хочу тоже посмотреть, что здесь есть интересного. Возможно, тут я иногда, да, что-то можно урвать по хорошим ценам. Но это, мне кажется, большевато будет. Ну, тут, если новая коллекция, то куртки вот тут по 4500. Ну, есть, кстати, и за 3000. Вот там вообще, кстати, прикольные вот тут цены, где минус 70%. Тут, например, платье вон за 400 рублей нашла. Ну, тут можно, если долго покопаться, можно найти прикольные вещи по хорошим ценам. Кстати, а вон вот эти кофточки по 500 рублей. Нашли куртку вообще за 1300. Да, класс. Она толстенная и теплая вообще. Ну да, она такая. Ты потрогай вот эту мою и эту. Да, да, она такая, да, больше зимняя. Но за такую цену, подожди, смотри, она стоила 3500. И тут 62% скидка. Это, конечно, супер. Ну-ка, это, капюшон накинь. Я теперь буду все покупать по крупным акциям, Олесь. По крупным. Иди посмотри на себя в зеркало. Прикольно, кстати. Потому что зимние мы покупали за 4500, а этот... 1300. Толстенная вообще. Может, на следующий год возьмем? Да. Давай. Говорю, в детском мире иногда можно найти классные вещи по акциям. Хорошая куртейка, кстати. За такую цену вообще супер. Но нам такая не нужна. Вот эта куртка, смотрите, тоже по акции. Вообще супер цена за 1300. Но она прям впритык, и я хочу побольше взять, чтобы на 2 года хоть хватило. Повернись. Она стоила 3, а сейчас 1400. Так что, девочки, у кого дети чуть поменьше, бегите в детский мир, покупайте. Есть тут куртки хорошие. Хорошая куртка, кстати. Жалко, нет размера побольше. Может спросить? Но я думаю, навряд ли. Иди посмотри в зеркало. Ходить по магазинам – это муторное занятие и очень долгое. Олесины любимые вот такие вот штуки, всякие мякиши тут. Ну ты любишь мякиши вот эти все. Какая-то как будто жвачка большая. Угу. Да, прикольная такая штука. Стоит 300 рублей.
300 рублей вот эта фигня стоит. А многие меня, знаешь, еще там пишут, так злорадствуют, что вот. Все хотят меня отправить. Всегда почему-то всех блогеров хотели отправить всю жизнь на работу. Вот. На заводы. До сих пор мне пишут, когда ты уже пойдешь на завод работать. Злорадствуют по полной программе. Какой завод? Вот, хейтеры пишут всякие гадости мне. А еще пишут, замучили украинцы, проклятия всякие. Желают смерти, угрозы какие-то. Мне посылают девушки вообще, да? Я вообще в шоке. Господи, фу, какая она противная, блин. Короче, до сих пор мне пишут всякие угрозы и проклятия. Уже так это все надоело. И мне даже присылали фото трупов, кровавые тела. Ну, то есть, вообще такой ужас на самом деле. Да. Аккуратненько, давай. Пойдем уже смотреть обувь скорее. Это что, водная бомбочка? Ага. Бомба для вон. Я фигню всякую покупать не буду, я тебе еще раз говорю. Надо еще денег заработать, чтобы их тратить. Можно было бы на следующий год на зиму купить вот такие за 1000 рублей. Такие дутики хорошие, кстати, такие. Они вроде бы качественные даже. Что тут написано? Ну, это да, на зиму. А вот, кстати, я нашла еще классные на сейчас. Сапожки такие. Полусапожки. Тоже по хорошей цене. Но нету размера. Тут 33 остался. Олесе уже надо 36. Вот тоже по акциям хорошие тут. Сапожки. Можно на следующую зиму, кстати, купить. А чё? За 1000 рублей всего. А были 2600. Олесе вот такие не понравились. Чё-то на ноге как сидят. Мы сейчас в Лопоток зашли. Я уже сижу, я не могу. Я устала ходить это все смотреть и выбирать. Я говорю, Олесе, иди сама выбирай уже. Вот эти кроссовки прикольные. Чё ты? Какой цвет странный. Именно вот этот, где блёстки. О, я устала, все, я сижу. Олеся упрашивает меня взять такие на лето. Ну как? Блин, подожди. Удобные еще. Они? Стой. Вот в них надо, наверное, и пойти, да? Класс. Ногу одну вперед. Вот сюда вот. Берем? Да. Ура! Вроде хорошие, мне понравились. Как раз, это получается на месяц, а потом нужны будут уже другие кроссовки легкие. Почему? Ну потому что так всегда. А у них потому что у нас такие сезоны. Ой. Потом у них жарко будет уже. Берем, я в них пойду. Мам, кроссовки в любом случае еще надо будет покупать. Я в них пойду. Все-таки мечта об айфоне меня не покидает. 90 тысяч iPhone 12 и 13 Pro. 150 тысяч, охренеть. Здесь почти все магазины как были открыты, так и есть. Единственное, закрыли H&M и там, может, парочку. А так все открыто. И я не понимаю, почему все убиваются, что Макдональдс закрыли. Да. Многие. И KFC же открыты. И Бургер Кинг. Здесь все открыто. Я бы там танцевал. Ну да. Все открыто тут. И тут оставила. По-моему, в KFC тоже вкусно, и как в Макдональдсе почти. А вот это мороженое, как в Макдональдсе, кстати, да?
Оно мне очень нравилось. Ну, в Макдональдсе всегда было любимое мороженое вот такое, но оно прям может сейчас растаять уже. Так, с приятного аппетита. Спасибо. Еще надо сок взять пойти. Да? Эту купим. М? Купим. Ты еще куртку уже перемерил. Угу. Капюшон надень. Нравится? Тебе удобно? Да, очень удобно все. Время 11 часов почти. Мы только приехали домой, я без сил никакая. Мы очень устали. Мы ходили очень долго, мерили эти куртки. Я не знала уже, какой цвет и по какой цене. Я думала еще пробить, посмотреть подешевле, потому что я сейчас включила режим суперэкономии. Я просто была в шоке, когда мы вчера перемеряли твою обувь, Олесь, и все ей маленькое. И я купила сейчас пятерочки. Вот такую вот скумбрию холодного копчения. В первый раз я такую беру в марте. У меня есть отварная картошечка. Фух. Так, что будем показывать? Сейчас покупки или завтра уже? Сейчас. Сил нет никаких. Сейчас? Давай сейчас, не откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. И куртку. Очень уставшие, да. Вот мы купили в пятерочке шоколадка Милка. По акции 69 рублей. Мы купили сушки Кроха. Маме такие очень нравятся. А я люблю такие с маком. А я с маком наоборот, мне не понравились те. Вот. Да, они просто такие, без всего. Дальше. Батон, край, каравай. Мы всегда такой покупаем. Ага, нарезной. И в Яблоньке купили какие-то фигни. Короче, эти... Эклеры. Эклеры. С каркелюром. Каркелюры. Как я люблю. С каркелюром и ванилью. Каркелюры. Я буду смотреть новый сериальчик. Да. Я же помаду уже давно все съела. Видите, какая она все-таки стойкая. Съела? Ну и плюс у меня еще немного остался татуаж на губах. Олесе исполнилось, напомню, 9 лет. И рост сейчас у тебя 140, да? Ровно. Да. Я все думала, какую брать куртку. Либо ровно 140, либо 146. В итоге взяли побольше. Потому что сейчас Олеся стала очень быстро расти. Особенно даже вот по этой кофте, можно сказать, да, сразу. Рукава посмотри. Хорошая кофточка. Мы ее покупали в Синсей. Что меня поразило, этот магазин, оказывается, тоже закрыли. Я про это совсем забыла, хотя я читала, да, что его закроют временно, приостановили. Они работу тоже. Да. Рукава, рукава, везде. Ну ты их засучивай, будет 3/4, нормально. Нет, не надо. Так вот, как я. Я тоже люблю вот так вот всегда. Поднимаю. Эта ходьба по магазинам вымотала меня. Просто сил нет моих уже. Мы так долго ходили. Я уже давно так не ходила, кстати, реально. Мы давно не ходили так по магазинам. Мне кажется, я по торговых центрах уже месяц не была. Кстати... Что я вам хотела показать? Что же я купила в итоге еще? Я уже очень давно хотела купить себе средства для самообороны, газовый баллончик. В итоге я купила наконец-то вот такой вот жгучий перчик, перцовый баллончик от злых людей и собак, аэрозольный. Да, я еще думала, какой купить струйный или аэрозольный, но мне понравился именно формат. Покупала в Тау-галерее в Берлоге. Формат очень классный, мини-формат. В любую маленькую, даже самую сумочку поместится. И это очень классно. В карман можно положить куда угодно. Мне и в машину я давно хотела такую штучку. На всякий случай, потому что бывают разные ситуации на дорогах. А также, особенно, когда ночью поздно приезжаешь. Страшно идти. Бывает у нас тут собак так много, что просто не подойти даже к своему подъезду. И теперь мне будет так более спокойно. Да. Для спокойствия своей души. Ну, я думаю, я им не воспользуюсь. И на это очень надеюсь, что не придется им воспользоваться. Но это так, знаете, для успокоения себя. Очень давно хотела эту штучку такую. А у меня классный тоже формат. Есть для самообороны. У меня тоже есть для самообороны вот этот пистолет, он как настоящий прям выглядит. А еще туда пули вставляют. Олеся ходит и пугает людей, я шучу. Да, хожу по торговому центру
И охранники на тебя косились. Да, вот так вот. Думаю, господи. Что за девочка идет с таким опасным оружием? Ограбление банка. Даже на тусовке в клубы я буду обязательно теперь с собой эти штучки брать, хотя и охранники проверяют, но всегда можно пронести такую маленькую штучку, в карман положить, поэтому теперь я буду более спокойна. Ну, бывают всякие уроды пристают в клубах, так что всяких дебилов полно на свете. И реально, я когда домой иду поздно, возвращаюсь, я и собак боюсь, и просто... Бывают пьяные, идут неадекватные, агрессивных полно. И я всегда беру, держу что-нибудь острое в руке. Рыбка, кстати, вкусная. Я сначала подумала, зачем я купила холодного копчения, но она жирная, конечно, ужас. Но это то, что я хотела. И теперь... 2 недели можно про рыбу забыть. Многие девчонки спрашивали про татуаж губ. Что я могу сказать? В итоге, когда еще прошло тогда, 3 недели, я поняла, что лучше бы я этого не делала. Во-первых, мне не особо понравился результат, потому что цвет очень смылся. Я думала, губы будут ярче, и пигмент будет лучше держаться на губах. Я как вспомню, как 3 часа я мучилась, лежала на этой твердой кушетке. У меня там уже болело... Вся спина просто, и я уже не знала, куда себя деть. Мне казалось, что прошла вечность, какие-то непонятные мучения, ради чего, я так и не поняла. Поэтому сейчас я своим подружкам сказала, что лучше этого не делайте, лучше пользоваться помадами. Ну, не знаю, по мне так это было очень больно, адски больно. 3 часа мучений, плюс еще губы потом у меня болели. 2 недели, а то и больше даже. 2,5 недели у меня адски болели губы. Ну, то есть первую неделю постоянно не сохли, постоянно я испытывала жуткий дискомфорт. То есть столько мучений, столько было боли, и ради чего? Они стали чуть-чуть поярче. Чуть-чуть. Нет. Я бы однозначно не стала делать. И то, это мне предложили по бартеру, да. Была реклама своего рода. Я бы сама бы на эту процедуру никогда бы не решилась. Сейчас к дому с Олесей подъезжаем, и я такая молюсь, чтобы было свободное местечко у дома, чтобы не ставить далеко машину. И в итоге было одно свободное место, там, где вот мне нравится прям. И я такая радостная. На улице пошел дождь, сейчас там ужасная погодка. На улице плюс 3 градуса. И что? Машину удалось поставить, где я хотела. Вот эти вот кроссовки стоили 1200. И мне они очень понравились, хорошие. Но опять же таки, это всего лишь на месяц. И надо будет уже опять другие покупать. Что... Я не ожидала, что все кроссовки надо будет еще это все разбирать. Вот это все Олесе. Стало маленькие они, я вообще в шоке. Я сейчас смотрю на эту куртку и думаю, не сильно ли мы светлую купили? М? Ну да, придется ее стирать почаще. Цвет, конечно, очень такой приятный, небесный. Светло-голубая. В магазине покупали я Расту. Очень классная и удобная куртка. Еще у нее 4 кармана. Один вот тут вот, вот так застегивается. Два таких и 2 таких, да? И 2 таких тоже застегиваются. Мне очень нравится куртка. Такая вот. Та-ра-т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 а. Повернись. Я думаю, что капюшон нужно будет отстегивать, иначе он может полинять и все тогда накроется. С вами была Олеся и Настя Флешка. Всем пока! Олеся уже отходит ко сну. Олеся, а эти ходи-вадики Семиси, они откуда? Из игры, я ее уже прошла. Из какой игры? Игра? Да. Poppy Playtime. Так называется? Это игра про... фабрику заброшенную, где они делали всякие эксперименты, и там игрушка у них ожила и стала злая. И, короче, все оттуда сбежали.
Слушай, я вообще не знаю про этих. Даже А4 про эту игру снимали в реальной жизни. По поводу дефицита некоторых товаров, например, сахара не было. Потом он появился, но он стал в 2 раза дороже. Потом какая еще? Бумага А4 очень сильно подорожала. 1500, это, конечно, вообще беспредел. Конечно, я понимаю, что дефицита-то не будет, но цены просто космические. И понимаешь, что если ты раньше тратил одну сумму на продукты, например, да, то сейчас ты тратишь в 2 раза больше. Да и лекарства очень сильно подорожали.